Они сейчас показал, типа ты от прямого выделил разведчиков и отправил, потом второго от прямого отправил. Ну, так выходит. Походу. Scouts here. Go ahead. Ready for duty. Tactical space marines deployed and ready. On guard. Ready for duty. Scouts ready. А, все на правый фланг, значит. Не вступать в бой. Ждать. В бой вступят другие. Основа скаутов, что по бэку, что здесь, это разведка и пресечение стрельбы. Не стрельбы. Пресечение урона путем разведки и после корректировки удара. Один из скаутов просто заползет в тыл противнику и прямо так в наглую, видишь, прям в наглую. Скауты другие разведают, а этот сейчас их убьет. Вот так это работает, видишь, командное взаимодействие. А танкист тоже невидимый, да? Да, они все скауты невидимые, причем настолько, сука, невидимые! Настолько невидимые, я просто рыдаю! Что скаутам достаточно, ты прикинь. Их даже с 2 метров незаметно, вот настолько невидимо, можешь представить? А я думал, если синей ауры нету, то они палятся очень сильно. Танкистов, кстати, реген мощный. Но у них всех одинаковый реген, у них тупо хп меньше. А, окей. Смотри, он сейчас просто ползает, собирает патроны, видишь? Заметил? А смотри. Угу. Сейчас. Приехал ко мне парень на байке, видишь? На гранатку. Спасибо за байк. А, все, байк сломан. Ну ладно. А теперь смотри, вот сюда. На правый фланг мой. Сейчас перезаряжусь только. Ай, черт, еще пришли. Кос, можешь на правый фланг? Да. Навес рулит, как видишь. Вот смотри, он за... парень завел себе вот такую вот штучку, видишь? А, погоди-ка, он все еще центр удерживаю. Ладно. Лучше пока буду отбиваться на другом фланге. Я потеряю сейчас центр, если он будет более сноровистый. Но это не страшно, мы его потом вернем. О! Блин, у нас есть болтер. А вот. Видишь? Болты сломали пушку на левом фланге. Заметил? Извини, я забыл предупредить. Заметил?
Он мыслями собирается, он сейчас немного в замешательстве. Я поздравляю его, что таки смог завоевать центр. Но это мало чего меняет. Потому что в дело сейчас вступят ветераны с РПГ. Мы сейчас более-менее смогли закрепиться на... Ай, чёрт, какой... Какой наглый парень. Как видишь, один скаут, он с гранатометом творит чудеса, верно? Надо просто грамотно использовать тяжелое вооружение космодесанта. В этом вся его суть космодесанта, в его тяжелом вооружении и броне. Видишь? Заметил? Ты здесь? Да, и тут. Далее, смотри. Ты видишь, что я вижу, что у него есть этот самый танчик его. Заметил? На центре. Заряжаешь у ветерана гранатометчика ракету ракету охотник. И смотри, что происходит. Ищи ракета, ищи мишень. Что-то она не видит эту мишень. Ну ладно, я не использовал ее против эти штуки. Мы будем выступать по старинке. Нехило он так их подкосил, да? А теперь уничтожим эту штуку. На центре, заметил? Смотри, ты ее видишь, ее на центре? Да. Показываю еще раз. Да. Все, видишь? Видишь, как все легко и просто? Печально. Он сам ушел, что ли, или так случилось у него? Психанул, скорее всего. Ну смотри, оборона не прорвана, его чуть ли не в сухую делают. Повторюсь, вся суть космодесанта в грамотном использовании войск. Ну смотри, видишь, у него куча этих эльдаров бегает на правом фланге, видишь? Один скаут с гранатометом может всех поубивать. Ай, черт. Ну ладно, у нас еще один есть. Ладно. Ну, короче, урок ты понял, да? Вся суть в грамотном использовании вооружения у космодесанта. В игре вообще почему-то юниты не дерутся в рукопашную, да? Совсем? Чё говоришь? Ты очень просто тихо говоришь, я тебе уже 200 вытянул. Я говорю, вообще нету юнитов, которые дерутся в рукопашную игре. Здесь есть рукопашные юниты, только реализованы они уже, ну, более-менее нормально. Есть Терминатор и Дредноут, и у них клешни есть. Ну ладно, еще маленькая отсебятина. У эльдаров обычно долгое время нет антитеха, поэтому один БТРчик может легко завоевать точку. Вот так вот. Просто въезжаешь, всех убиваешь, и все. Ну все, я тоже сейчас уйду. Понял? У эльдаров нет антитеха, поэтому им очень плохо с техникой сражаться. Ну все, пока.